Поддержка инициатив жителей и выявление актуальных проблем города. Именно с такой повесткой прошла встреча глав ТСЖ и управляющих компаний, инициированная партией «Единая Россия». По мнению секретаря регионального отделения губернатора области Дмитрия Азарова, эти формы управления должны активно поддерживаться. Ведь с людьми, которые настолько осведомлены о проблемах своего дома, района и города, власть советуется, чтобы понимать, какой выбирать вектор развития. Много лет, с первого дня, собственно, об этом говорю, как только появились ТСР, ТСЖ, что это самая, на мой взгляд, эффективная форма управления. Самая эффективная, когда люди берут в свои руки управление жилищным фондом. И хочу еще раз, Елена Владимировна, ваше внимание обратить, что раз мы считаем, что это самое эффективное, значит, мы должны создавать условия, чтобы именно эта форма управления жилищным фондом получала наибольшие преференции и нашу поддержку. Ликвидация незаконных построек, вывоз коммунальных отходов и поадресные просьбы о содействии. Спектр обращений жителей самый разный, а главное, все они услышаны. Но кроме насущных проблем, обсуждались и решенные. Здесь слова благодарности звучат в адрес федеральных и региональных программ, благодаря которым дворы жителей преобразились, формирование комфортной городской среды и содействие. Программа «Губернаторский проект содействия», в котором нам посчастливилось участвовать. И в этом году, благодаря пониманию именно оценки администрации района, наше ТСЖ выиграло, и в этом году начнется у нас благоустройство во дворе. Еще одним механизмом решения проблем может стать финансирование в рамках президентских грантов. Очень много замечательных инициатив, но не всегда люди могут их изложить в формате проекта, правильно смету сделать, индикаторы определить. И мы договорились, что через некоммерческие организации, которые многократно получали такие гранты, вот такой семинар провести. Чтобы к диалогу смогли подключиться и сами жители, губернатор Дмитрий Азаров дал поручение запустить новую телевизионную программу. Может быть, нам на городском телеканале ГИС сделать специальную передачу не только по тематике ЖКХ, но и прям сделать рубрику «Говорит управдом», да, как ушел, в каком статусе. Но мне кажется, это важно. Съемки новой программы на телеканале «Самаргиз» начнутся уже в ближайшее время. Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События.